Опаленный кусочек дерева. Опаленный кусочек головы. Опаленный кусочек головы. Ого, пол, ребята. Как классненько. Скинь мне эту фоточку. Вот эту. Нет, тут мой рот. Вот это. Я просто его поджигаю. Следующий вечер мы нарядим. Что? Кого? Ну, брата моего. Я хотела бы, сказала, и её. Илью. Да. Я хотела бы дружными пандами с следующими. Это классно, да? У меня даже фотка есть. Офигеть, никогда не видела синего телефона. Серьёзно? Голубой. Голубой. Синий я ещё видела, а вот голубой нет. Это кто? Вот телефон. Офигеть. Вообще, сама в шоке. Где такие костюмы? Собираю? В интернете. В интернете? Сколько они стоят? Тысячу. Ну, от... Катька за тысячу брала. От тысячи... Я буду пандой. От тысячи... Я себе уже заказывала. От тысячи до... Десяти. Ну, до двух где-то так. Ну, Катька за... По-моему, за 800 где-то покупала. Ну, мне 40 заберёшь. Я могу быть... Да. Ты можешь быть и Пикачу, и Тоттера, и ещё, и Стичем даже. Вижуливость. Я хочу быть Тоттера или Я буду Пикачу, потому что он такой любимый, как я. Хотя, кстати, может быть Пикачу. Давай выйдем уже на Пикачу. Я хочу себе в этом... Мы всё равно хотим её заставить Эша косплей. Будешь с ней Пикачу? Кого? Эша. А, ну ладно, буду с ней Пикачу. Нет, это я... Кстати, ты пойдёшь на маленькую. А? Нет. Это... Пикачу, я знаю тебя. Я, кстати, вот сижу, которую нашла. Пикачу! Я в группе в одной нашла, там за 990, по-моему. Там еще пересылка, там будет еще... Там бесплатно. Да, вот это бесплатно достать. Я буду панда, я буду панда! Сейчас запускаю. Вот, и если я могу эту группу скинуть. Скидывай срочно, пока у меня есть деньги на карте, я заказываю. Тогда надо к этих обращаться, она все равно будет мастер заказ делать. Я тоже деньги на скульптуру не отдам скоро. А сколько у тебя денег? Не, просто она заказывать там будет. Ну, у меня 1002 осталось. Просто из-за меня к ней могу я.